Ночная прогулочка, вечерняя прогулочка. На-на-на. Привет! Что у меня на голове? Здрасте, здрасте. Я решила прогуляться. Привет, привет, мои хорошие. Что-то как-то света так мало. Так будет побольше. Ты где, Олеся? Я в Моздоке. Привет, Ариша. Кариночка, привет. Привет, привет, мои хорошие. У меня на голове, правда, вообще я упала. Привет. Мы решили вечером пройтись, прогуляться. Надо больше ходить. Как дела? Дела хорошо ваши? Как? Ой, блин. Я пытаюсь найти фонарь, чтобы меня было лучше видно. Тут так спокойно и хорошо. Ты там живешь? Я здесь пока что в гостях. Может быть, останусь жить. Хай, хай. Тут так спокойно после московской суеты. Вообще прям очень мне нравится. Где беленькая, кто беленькая? Красотка, спасибо. Я сегодня выбежала, как, блин, ты где? Я в Моздоке. Я сегодня выбежала, как это, в Москве. Нет, не в Москве, Моздок это. Ой, короче, на Кавказе. Сейчас я вам буду показывать. Мы сейчас пойдем, короче, на набережную гулять. В какую-то березовую рощу. Как так, что вот так что. Тут очень тепло. Сегодня, наверное, градусов 12 было. Или 15. В Москву вернешься? Не знаю, ребят. В планах, конечно, есть. Может быть, буду просто приезжать в гости. Или будешь работать. Что так вас всех интересует, моя работа? Как только я себе придумаю что-нибудь с работой, вы узнаете об этом. Да. А я тут прямой эфир записываю. Вот там замуж не вышла. Замуж пока что не вышла. Спасибо большое, ты хорошая, жаль, что с проекта ушла. Ребят, на самом деле я не жалею. После проекта у меня все замечательно в жизни. Намного лучше, чем на проекте. О, я нашла фонарь. Сейчас не работаешь, как я поняла. Почему так интересует моя работа? Почему вы не спрашиваете, как я себя чувствую, как мое настроение? Вам действительно интересно, работает человек или нет? И если я не работаю, там... Так, сейчас не работаешь. Привет всем, кто присоединяется. Я вам покажу, где я нахожусь. Сейчас. Блин. Ребята, ну не хочет экран разворачиваться. О, медали. Почему-то так темно, я не могу понять, почему. Так лучше, нет? Нифига, да? Все. Привет, 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 привет. Радуга, радуги, радуйся. Это ты где? В Моздоке. Я в Моздоке. Радуга, радуги, радуйся.
Я жду подружку, пока она выйдет, и мы пойдем сегодня гулять. А еще хочу покататься на роликах. В Чечне, на Кавказе. Меня сегодня позвали в Грозный. Ой, да, в Грозный, по-моему. Тут холодно в Моздоке. Не очень холодно. Сегодня днем было тепло, но сейчас как бы так прохладненько к вечеру. Ну, я не могу сказать, что холодно. Мне не нравится, что очень плохой свет. Швед, очень плохой. Вы спрашивали, где беленькая? Сейчас я вам покажу. А вот она! Люди потеряли тебя. Спрашивают, где беленькая. Привет. Видишь, как плохо видно? Пойдем к фонарю. А где Юра? Юра где? Дома поднялся. Это станица Чечни. Где мы находимся? Какая Чечня? Это Северная Осетия. Это Северная Осетия. Наконец-то Чечня человек... Чечня от нас час езды. Наконец-то человек... Мы живем в середине, люди. У нас середина. Час от Нальчика. Нальчик – это Кабардино-Балкария. Это там, где я постоянно бываю. Где кабардосы живут. Час в Ингушетии ехать. Ингушетия это тоже час. Это какой город? Ингушетия, Магас, Малгобек. Там, ну, Тейбы. Там ингуши живут. Ну, в общем, мы на Кавказе живем. Ваш запрос не приму на участие, потому что принимаю только девочек. Леся, кто ты по нации? Я татары с украинцами. Да ты уже скажи, что ты армян. Подбивает меня. Вы классные девочки. Спасибо большое. Ребят, только я Олеся. Да ладно, что ты? Я тоже так пишу, Олеся. Тебе можно. Почему? То, что я училась в армянской школе. Спасибо. А вы знаете, что курение вредит вашему здоровью? Что, увидели же? А девушка, или это ты так говоришь? Девушка, мы за ЗОЖ. Или это ты так провоцируешь? Я? А ты что, как я могу? Нет. А, у меня уже рука устала так держать. Сейчас я... А ты не держи так. Пускай тебя не видят. Хорошо вам поиграть. Спасибо. Давайте поиграем в исчезновение Леси. Почему так мало людей? 12 нормально. Мало. Должно быть 750 тысяч. Если будешь кататься на роликах, смотри, будь осторожна, не упади. Спасибо большое. Я надеюсь, что у меня все будет в порядке. Мне нравится ваш позитив. Да, мы вообще... Я считаю, что люди сами заряжают себя энергией. И всегда должно быть хорошее настроение. Тогда вы несете добро и счастье людям. Да? Он с утра, вот эта женщина мне звонит и говорит, а что ты спишь? Да. А я сплю в час дня, понимаете? Она говорит, все, быстро вставай. Я вот так подрываюсь. Мы идем по какому-то Русику. Это точно. Ну все, я подрываюсь с кровати, начинаю быстро собираться. Она говорит, а я уже внизу около тебя стою. И просто я как ВИЧ-пакет вышла вот так. И целый день сегодня так провела, прикиньте. Главное, что вас окружали. Спасибо большое, я тебя люблю. Хотите посмотреть на шашлыки? Сейчас вам покажу. А, барашек? Да, здравствуйте. Здравствуйте. У нас дом 2. Да? Там весь дом 2 смотрит. Нет, на меня дом 2 смотрит. Согласна. Сейчас протянет. Вот этот ингуш, кстати. Да, особенный. Сколько времени у вас? У нас 18:30. Дом 2 реалити. Привет. О, мне тут нравится свет. Я, короче, отсюда теперь никуда не пойду. Поздравляю. Мы хотим пойти погулять. Господи, вообще не нагуляли, что ли? Не, надо же ходить пешком. После того, как хорошо провели вечер, надо хорошо походить. Продолжение банкета. Я смотрел твое продолжение банкета. А через 2 дня у моей дочери день рождения.
Мага же к вам присоединился, да? А сколько он дома приехал? Африканка вышла на эфир, не поняла. Ну, мы чуть-чуть виски приехали. Виски. Он приехал. Привет. Привет, привет. А? Он приехал, выпишем. А там что, под коньячок уснул, очень ну, точно. Ну, но я не пью. Я за здоровый образ жизни. Представляете? Ребятушки, не присоединяйтесь, пожалуйста, в прямой эфир. У меня сейчас начнет связь зависать, и у меня очень мало зарядки. Если выключится телефон, знаете, я ушла не просто так. Во всем виноват телефон. Ну, шашлыки лучше, блин. Зачем? Я же лучше шашлыка. Алиса, ну ребят, ну скажите, что я лучше шашлыка. Молодец. И вам здрасте. Юра, что ли? Нет, Юра. А, ну да, сосед Юра. Нет, сосед Юра. А не тот сосед Юра, да? Вот так вот, вот очень хорошо жить в маленьком городе. Ой, а с тобой, ой, я не читала, подождите, она в Сибири. Да, ну, подождите, я очень много не прочитала. Татьяна на прямом. Так, она в Сибири, значит, ты через 2 дня приедешь к дочи? Значит, да, а молодец, что ты не пьешь. Так, в реале Милена такая же сестричка? Нет. А дочь с тобой? Дочь не со мной, но скоро будет со мной. А дочь будет? В Новосибирске. Я в гости приехала. А дочь не может приехать? Нет, она маленькая, она в садик ходит на танцы, на кружки всякие. Ну хорошо. Мама без детей. Печально. Этой папе просто нравятся маленькие дети, у которых красивые мамы. Правильно? Привет, привет! Чего ты болела, скажи? Когда в Нерингре? Надо было тебе 8 года. В Нерингре когда? Ребят, я не знаю, честно, к бабушке как поеду, приеду. У моей грудь сделанная, а моя грудь не сделанная. Когда прилетишь, пиши, а то живешь в соседнем доме. В соседнем доме где, в Новосибирске или в Нерингре? А вы где были? Выезжали? Не надо шутить. А это подруга? Будет. Это да, подруга. Подруга, можешь, пожалуйста, спуститься вниз к нам? Вот такой свет нам подходит. ВНСК? Новосибирск, а где ты живешь? А, да это ты, моя сладкая, я тебя не увидела, прикинь. Не поняла сначала, что Катюша. Шепчет, шепчет. Так и шепчет, выпить надо, я ж поэтому. Они вас на вас хмели. Да я все, Катюшечка, я поняла. Да я. Коня кормил. Жучка. Ну, вещи шашлык будет готовить, да? Не знаю. Да. Долго. Они шикарные, хочу попробовать. Все, дорогие мои любимые, я вас целую, у меня садится телефон.